Грот Кусково, наверное, один из самых интересных павильонов. Подобные павильоны были очень популярны в XVIII веке и стали подлинным украшением садов и усадьб. Природные материалы создавали особый микроклимат, и даже в зной в гроте всегда царила прохлада. Это единственное сооружение в России подобного рода, которое сохранилось до наших дней. Строил его собственный архитектор Шереметьевых Федор Аргунов 1756 по 1761 год. Грот состоит из трех частей. Для внутренней отделки в 1775 году пригласили немца Йоганна Фохта. В убранстве кабинетов царит растительный и животный мир. Цветы, водоросли, птицы, драконы. Для этого использовали разнообразные материалы – туф, мох, стекло, перламутр. Но главная ценность – раковины. Более 20 видов из Средиземного, Красного и Японского морей. Еще одной изюминкой являются уникальные деревянные и глиняные скульптуры, украшенные ракушками, перламутром и кораллами. Эти редкие резные произведения искусства западноевропейских мастеров второй половины XVIII века. Они привезены в Кусково в 1775 году по настоянию все того же графа Петра Шереметьева.